я дальше не пойду. Для меня там стоп, для меня горит сигнал тревоги. Убегают ноги, умирают мысли сзади, пхают килогерцы. Ты моя без сердца, ты заходишь в двери, и мне что-то в венах стынет, что-то в мыслях разбежались быстро. Дальше ты одна, дальше как зима. На километры мне нельзя с тобою, будет очень больно. Примитивно радио, активно вянут звуки, будто слезы упадут на руки. Сотни килогерцев, ты моя без сердца. Вот здесь, в этом выставочном центре, и собирается наша церковь. Вот и наша церковь. Шутка. На самом деле мы собираемся вот в этом темном помещении. Выйди ко мне, я не буду стрелять. Выйди ко мне, я хочу лишь обнять. Это не по отдельности эти качества нужно рассматривать, не в совокупности с ними. Но у нас должен быть начало. И с нашей стороны мы уже, если имеем этот начало, если имеем все Дух Христов, имеем силу благодать. Ты дал мне жизнь, а с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. Потому я вас умоляю, я знаю, что немного я слышал. Христос сказал, имеет души и не слышит. Глаза и не видят. Ворожеям, гадателям, уже политикам, люди обращаются. И ничего не получают, кроме проблем. Новых проблем. Благослови вас Бог. Я вас приглашаю на крещение. Каждую субботу, воскресенье Бог мне повелел третий год там проповедовать. По любви Бог. Достаньте останавливаться. Моя любовь, как пена на волне.
мои дела шипы лишь, а не розы. И снова на коленях пред тобой молю тебя о радости прощения. И ты немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Ну я собрал просто, чтобы мы... Понял? Меня кинули на деньги.